ну, государство олицетворяется с правительством. У нас нет недружественных стран и нет недружественных народов. Есть правительство, которое от имени государства принимают решения, которые мы расцениваем недружественные и записываем эти правительства в соответствующий список. Я начал с того, что мне здесь очень комфортно в Македонии. Я был очень давно здесь первый раз, и основное время я провел в Охриде. Фантастический город. Мне вот посол рассказал, что там приходится храмы закрывать из-за недостатка прихожан. Это, конечно, очень печально. Очень красивый город, где просто вот чувствуешь себя, даже не знаю, с чем сравнить. Вот как-то ближе к Богу, так скажем. Спасибо большое. Спасибо.